Если бы я не боялся высоты, я бы, наверное, тоже летал бы. Ой. Нормально. Друзья, рекомендую вам посетить канал Romania Dragon Games. Отличный игровой канал по прохождению игр, таких как Resident Evil 7, Far Cry и Dishonored 2. И многое еще интересного. Советую вам. Подписывайтесь, ссылки в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение Just Cause 3 и издевательство над людьми Бая и Сирока Норд. Так, сейчас освободим вот тот городок, и тут у нас есть какое-то задание, ужасная реакция. Сейчас разберемся. Полетели. О, мне очень нравятся эти полеты всякие, круто вообще. Если бы я не боялся высоты, я бы, наверное, тоже летал бы. Ой. Нормально. Так, вот тут нужно вот это взорвать. Так, мы тут целиться не умеем, так что все делаем сдалека. Так, одна готова. Так, щит. Ты чё там? Хватит всем звонить-то, придурок. Так, что тут ещё есть? Вон там цистерны. Отлично. Так. Подлетело нормально. Так, бочки взорваны. Отлично. Нужно открыть. Вот так вам. Так, я забыл, как кидать гранату. А, вот, понял. Отлично. Так, теперь откроем. Эй! Это как на канале, what the fuck. Постоянно эти всякие столбы атакуют по-жесткому. Так. Что дальше? Мне там еще нужно было что-то разрушить, вот. Ожидайте прибытия вертолетов. Повторяю, ожидайте так. Прибытия вертолетов. Готово. Ну, с вертолетом я сейчас разберусь, я думаю. Зацепляйся ты давай за него. Только не падай в очередной раз. Есть. Да, на таком вертолете я еще не летал здесь. Опа, это что тут у нас? Кажется, сейчас взорвется. Это что за такое? Это что? Давай конфискуем. Ты кого там вызвал? Ой, это назад. Так, вот вперед. Это взрываем. Что, больные что ли? Я что-то на виду. Так, отсюда попробуем замочить. Промах. Эй, давай быстрей. Ну, блин, прекрасно. Так, ясно. Готов. Есть. Так, здесь он, видимо, не заедет. А, блин, да жаль. Ну все, тогда вылазь отсюда. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Взрывайся, давай. Использование элитных частей. Ожидайте прибытия. Вот это вот. Вот так вот. Ну что, блин, мы освободим этот город сегодня или нет? Ой, это мирный житель был. Простите.
Блин, как вас тут много. О, это элитное подразделение, что ли? Да ты сегодня сдохнешь вообще или нет? К вам направляется элитный отряд быстрого реагирования. Так, надо немножко свалить отсюда. Принято. Отправляю подкрепление. Так, ты иди сюда. Ух ты, блин! Вашу мать! Их было слишком много. Ну ничего, мы, я думаю, будем недалеко, так что разберемся с ними сейчас по-резкому. Жулики. Так, так, ну давай. Загрузки здесь очень долго длятся. Я понимаю, что революция в самом... Так, это я уже разрушил. Уже месяц сплю по 3 часа в сутки. Уже ни черта не соображаю. Где этот город был? Где-то там, по-моему. Мы полетели. Сироко Норд. Вон там еще есть. Не твое собачье дело. Да вылези отсюда, дурак. А, тут наши повстанцы. Понял. Да вашу... Вот, вылез наконец-то. Большая ошибка, ребята. Так. Атакована цель. Всем бойцам собраться по координатам. Ничего живого здесь не оставляем вообще. Так, взорвано, взорвано. Так, придурки. Отправка дополнительных сил одобрена. Да сколько можно? Скоро будет у вас. Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. А я как будто убегаю, блин. Так, еще осталось. Ага, вон там. Блин. Ого, как я высоко подлетел-то. Так, вот еще. Так, ты готова? Еще статуя осталась. Где статуя? Ага, вот она. Отлично. Не будем жалеть. Так, еще остались. Мы его потеряли. Таблички. Вот. Вот она. А, еще осталась табличка, вон она там. Теперь нанести ущерба. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Так. Так, теперь вот здесь вызвать повстанцев и, думаю, все. Все, отлично. Это центр. Отправляю к вам дополнительный отряд. Отлично, мать вашу. Быстро все сдохли. Так, мне нужно оружие. Немножко. И все. А, нет, еще. Еще один ход нужно вот здесь открыть.
установить контакт с целью. Все под пулю прыгнули. Так, теперь поднять флаг. Флаг вон там. Отлично, все. Город наш. Приказываю восстановить зрительный контакт. Коста дель Порто. Отлично. Теперь у нас есть вон там задание. Так, попробую еще раз взлететь так, как я взлетел в прошлый раз. Это надо стоять вот так. И вот так. Отлично. Круто. Так, а тут у нас задание. Если вы откладывали визит в Коста-дель-Порто, ожидая, когда этот чудесный приморский городок освободят от захватчиков... Так, вот у нас задание «Ужасная реакция». Вам повезло. Рико Родригес расправился с силами генерала. Так держать повстанцы. Это, видимо, генерал... Столько лет ушло на создание. Генералиссимус. Уфу, ненавижу оливки. Можно было ожидать, что мы не удержим Манею. Чё-то, по-моему, ты опаздываешь, братишка. Давай-ка, хватит болтать. Город горит, блин. Это что такое? Понял. Что происходит? Это военные? Так, ну давай, надо, наверное, военных уничтожить. Это все из-за тебя. Вы стреляете, играете в войнушку. Не слушай его. Это мы делаем то, что должны. Так, меня обвиняют в том, что я освободил город. Ну, хотя они жили спокойно, хотя под диктатурой, но все же спокойно. Но они отправили свои войска и теперь их разрушивают, их дома. Жаль. Ну и чё, я сейчас с ними разберусь. Разберись с танками, я направляюсь в город. Сейчас, без проблем. Чаровелла за это ответит. Да блин, прыгай давай. А, нет, идиот. Так, вот наш первый танк. Вот, молодец. Так. Готов. Один танк готов. Вылазь давай отсюда. Так, второй танк, я думаю, тоже готов. Наслаждайся своим склепом. Теперь тот. Так, а ну-ка слез. Так, где-то вертолет был, нет? Нет, ладно. Так, что тут в ящике? Ничего, блин. А у меня гранат-то нету больше. Ладно, у меня есть РПГ. Или уже нету. Так, где ты? Все, снова есть. Все, готово. Рико, у меня неприятности. Прием. Нас окружили солдаты Тиравелло. Нужна твоя помощь. Все, лечу. По дробовику скучаете? Да, скучаете, филе де пута. Я вас всех сделаю. Всех до единого. Да, конечно.
Что-то они долго умирают так. Все. Да сдохни ты уже, блин, твою мать. Сколько можно? Все, готов. Парашютисты. А чё парашютисты зависли-то? А где остальные? Все, больше нету. Они всех убили. Бастардус. Тут нельзя оставаться. Так, я дальше. Помочь, но солдат деревело слишком много. А, мне нужно подобрать немножко оружия. Вот так, наверное. Да. О, что за машина? Ты чё? Эвакуаторы ждут у Сириллы. Это все? Уведи отсюда, Марио. Я вас прикрою. А, ладно. Я не должен поехать, да? Догоняем! Чёрт! Подкрепление! Гони! Давай, давай! Так. Ну все. Вышел с моего вертолета. Блин, ладно. Да вылазь отсюда, давай. Приготовься. Воу-воу-воу, кто тут? Опять? Все, это мой вертолет. А почему не стреляет? А, вот стреляет. Только, блин, целиться так неудобно как-то. Воу! Не слабо его унесло. Так, shift вверх, так, понял, все. Едь, давай уже. Да блин. Воу. Что-то они прям разлетаются в разные стороны. Они нас в покое не оставят. Нужно задержать их подкрепление. Прием. Если мы ничего не предпримем, с базы за нами отправят танки, Рико. Просто перейди мост. Блин, ясно. Взорвать его? Почти на месте. Гони, гони, они близко. Блин, они все сегодня сдохнут или нет вообще? Блин, да что такое? Давай, блин, только не умирай. Не подпускай их к нам. Вот эта штучка мне нужна. А ты думай о дороге. Отлично, вот то, что мне нужно. Так, прекрасно. Где этот вертолет? Все. Едь, давай, едь! По пути вот эти подрываем. Рико, где же ты? Да еду я, еду, блин. Скорее, Рико, ты нам нужен. Еду, подожди. Все? Да. Это хорошо. Это очень-очень хорошо.
О, ничего себе там справа база. Ужасная реакция. О, что за машина крутая? У меня тут проблемы. О, еще и сесть можно, круто. Может, заглянешь? Я передам координаты. Да нет, идиот, сядь в машину. Что, застрял? Блин. А так выехала. Так, в этом городе только нужно нанести ущерб. И один этот, вот он. И все. Так. Да ты чё, идиот? Что ты делаешь? Нанести ущерб. Так, где это здание? Вот оно. Сообщение о нападении в области. Всем бойцам собраться на точке. Не ожидал? Вот он, твари. Пока возьмем вот это. Все. Че ты под пули-то лезешь? Еще один. Что за дебилы? Так, где он? Нет, подожди-ка. Я тебя... для тебя... Да отпусти ты этот трос. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Ну все? Сосредоточиться и начать поиск. Или нет? Еще не все? Ущерб не нанесен еще? Так, вот еще дебилы. Да вы сдохнете сегодня, что-то такие живучие-то. Так, еще не все. Это откуда? Так. Так тебе. А вот ты пойдешь вот сюда. Вот там повиси. Все? Нет, еще не все. Ой, прости, я тебя не заметил. А как еще ущерб-то нанести нужно? И взрывая автобусы и машины? Да. Отлично. А, хотя еще нет. Ну, поехали. Еще не все. Так. Еще что-нибудь нужно взорвать. Что здесь есть? Так, по-моему, здесь больше ничего нету. А, вон машина стоит. Бам! Получай подарок. Цель покинула область. Бум. Да, что такое? Чё? Этим координатам. Блин, еще ущерб нужно нанести. Вот. Внимание,
Нет, это уже взорван. Восстановить контакт с целью. Ты чё мимо бежишь, дурак? Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Все, наконец-то. Не желаете потанцевать? Все, вроде бы. Теперь нужно поднять флаг и сматывать удочки. Отлично. Прием. Есть там кто-нибудь живой? Вообще никого нету. Отлично, еще один город освобожден. Полет Аквила. Задания какие-то. Видимо, на самолете полетать. Воу-воу-воу-воу! Мне нравится, как он плашмя прям падает. Экселенте! Три звезды милиции Диравелла сменились в городе Сирилла на гордого революционного быка. Без устали бейте врага, братья и сестры! Так. Девушка. Вы девушка? Вам вот туда. На столб позора. Повисите там. Вам тут удобно? Я думаю, да. Так. Ты иди-ка вон туда. Ой, чуть не понял. Ладно. Ну и думаю, на сегодня все, друзья. Запишу еще пару серий позже. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро выйдут новые интересные видео. Кстати, скоро начну свой конкурс. Так что все желающие могут участвовать и выиграть немного денег себе на счет или выиграть много денег себе на счет. Это зависит уже от подписчиков. Рик, мы при помощи таких... Так что всем удачи и пока, друзья. Попробуй. До скорых встреч.